Привет! Если смотришь это видео, то, вероятно, время сдавать проект Хакатон. Если ты создала проект на сайте Алгоритмика, то тебе нужно зайти в лабораторию и выбрать тот проект, который ты сделал в качестве проекта на Хакатон. Заходишь в него и нажимаешь на кнопочку «Описание и публикация». Сейчас тебе нужно нажать на кнопочку «Поделиться», чтобы получить ссылку на свой проект. Ссылочка появилась, мы можем ее теперь скопировать. Нажимаем на эту кнопочку и вуаля, ссылка скопирована. Сейчас нам нужно отправить этот проект по электронному адресу. Переходим на почту. И тут мы должны отправить новое сообщение. А вот кому, это зависит от того, где ты проживаешь. Если ты из Беларуси, то тебе нужно отправить свой проект по электронному адресу hackby@algoritmika.club. Если ты из Казахстана, то тебе нужно отправить на электронный ящик hack@algoritmika.club. Давайте я сейчас отправлю на белорусский почтовый ящик. И сейчас мы должны с вами указать тему письма. Указываем номинацию Junior, Middle, либо Senior. Давайте, например, напишем Junior. После этого укажем курс. Это может быть, как, например, Python Start, либо Python Pro, то есть, давайте, например, Python Start. И сейчас тебе нужно указать фамилия, имя твоего преподавателя. Например, Лашко Евгений. После этого переходим к тексту нашего письма. Первым пунктиком укажи фамилию, имя свою. Если же ты делал это в группе своих друзей, то есть в команде, то нужно перечислить фамилии и имена каждого члена твоей команды. Ну, например, если делал один, то пишешь, например, свою фамилию и имя. Иванов Иван, если тебя так зовут, например. После этого тебе нужно указать твою номинацию. Например, Джун. Можно так написать, Джун. Не так, вот так. Третьим пунктиком тебе нужно прикрепить свой проект. Вставляем ссылочку на твой проект, который ты только что скопировал из лаборатории. После этого тебе нужно прикрепить ссылку на Google презентацию, если она у тебя была на Google презентации, на Google диске. Напоминаю, что в этом хакатоне мы принимаем только те презентации, которые сделаны в виде слайдов, которые были сделаны именно на Google диске. То есть PowerPoint'ы не принимаем. Презентация может быть трех видов. Либо текстовое описание твоей игры, либо Google презентация, либо видео презентация. Если же ты делал видео свою презентацию, то тебе нужно ее отправить нам. Можно переместить файлы прямо сюда. Если же презентация много весит, то просто отправится ссылка на твою видеопрезентацию. Тебе нужно будет лишь просто открыть доступ с Google диска. Дальше. В этом хакатоне у нас появилось новое условие. Нужно каждому участнику сделать постер по своему проекту. Постер должен обязательно быть вертикальный и должен содержать название твоего проекта и фамилию, имя его создателя. То есть твои. Либо всех, кто участвовал в создании данного проекта. Его тоже не забываем отправить. Вот постер наш, мы его перетаскиваем. И вот так оно примерно должно выглядеть. Название проекта. Твои ФИО могут располагаться не обязательно так, как показано в данном примере. То есть это может быть любое другое место расположения. Главное, чтобы он был вертикальный. Ну и, соответственно, фамилия, имя, название тоже присутствовали. После этого мы можем смело нажимать на кнопочку «Отправить».